Королевская пряжа. Именно так во многих странах называют монгольский кашемир. С наступлением холодов такие вещи становятся популярными, ведь ткань обладает уникальными свойствами – сохранять тепло. Фабрика Гоби в Монголии уже более 40 лет создает мягкую и качественную одежду. Весной специалисты вычесывают горных коз и из их пуха или подшерстка в дальнейшем делают нити. Здесь это рыбичная фабрика и расселение волос. Это расселение волос считается третьим промышленным или базовым заводом. И основная задача – это отсортировать и отделить промытую высушенную кашемиру пепель, мусор и волоски в лаборатории в течение 24 часа. Эти машины, эти все эти отсортировать и это расчесывать кашемир. И это до расчесывания и это после расчесывания. Несмотря на использование современного оборудования, многие технологические операции по изготовлению кашемира выполняются вручную. Например, специалисты пинцетом убирают мелкие торчащие нити и пыль. А перед тем, как готовая продукция попадет на прилавки, она проходит проверку с помощью специальной лампы. Из тонны необработанного кашемира получается почти 2000 единиц продукции. В Монголии на фабрике работают около 1500 специалистов. За год удается произвести более 2 миллионов готовых изделий. Сейчас фабрика Гоби временно закрыла поставки в Россию, но в предыдущие годы в нашей стране кашемировые вещи пользовались большим спросом. Если сравнить 2020 год и 2021 год, почти до 25 миллионов рублей. Один на 2021 году наша продажа составила. Сейчас купить качественные теплые вещи можно в Монголии. С 25 декабря по 10 января для туристов во многих кашемировых магазинах действует скидка от 10 до 30% при предъявлении российского паспорта. Андрей Слепнев, Валерия Каратуева. Новости дня. Монголия.